Итак, вот лунная карта. Вот фрагмент карты марсианской. Что это значит? Это значит, что все звезды стремятся к небу. А это значит, что все кинозвезды стремятся к Оскару. Оскаровская гонка набирает свои обороты, и прокатчики показывают все больше кино, которое номинируется на главную кинопремию мира. И сегодня мы поговорим сразу о двух таких фильмах. Это будут «Раз, два, три» билборда на границе Эббинга, штат Миссури, а также «Что за кино?» телеканал Академия, YouTube-канал Green Jack вскроют главное секретное досье этой недели. Ты заполучил досье? Еще нет. Это серьезная брешь в системе безопасности. Утечка из самого Пентагона. Особо секретные документы о войне во Вьетнаме. Это 7000 страниц, где излагается, как Белый дом врал нам о вьетнамской войне все 30 лет. 7.40 – это рубрика, в которой «Что за кино?» рассказывает 7 интересных фактов о создании фильма за 40 секунд. И в этот раз эксклюзивно для вас двойная порция интересных фактов. Первый на очереди «The Post» или «Секретное досье». Поехали! Это уже пятый совместный фильм Тома Хэнкса и Стивена Спилберга. По этому показателю Том догнал Харрисона Форда. Фильм был снят после картины Спилберга «Первому игроку приготовиться», однако в прокат ее решили выпустить раньше. Это первый совместный проект Тома Хэнкса и Мэрил Стрип в качестве актеров. До этого Хэнкс продюсировал два проекта с участием Мэрил. Итак, за 2017 год это уже не первый фильм о скандалах в Вашингтоне. Второй – «Уотергейт. Крушение Белого дома» Питера Ландесмана. Для Мэрил Стрип номинация на «Оскар» за лучшую женскую роль стала 22-й в ее карьере. Том Хэнкс лично знаком с прототипами главных героев фильма Беном Брэдли и Кейт Грэм. В качестве реквизита на съемках использовались оригиналы документов Дэниэля Эйлсберга. Это относится и к бумагам, разбросанным по полу Тома Хэнкса. Тан-тарадан, тара-тара-та, тан-тарадан. И вот первый эксклюзивный приз от «Что за кино?» отправляется к YouTube-пользователю Натали65016 за один из самых ярких комментариев недели к обзорам «Что за кино?». Играйте и выигрывайте с нами призы от Marvel. Секретное досье – это реальная история, основанная на фактах публикации двух газет «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост» секретных документов об участии американского правительства в раскачивании ситуации во время Вьетнамской войны. Разумеется, данную историю Стивен Спилберг выбрал не случайно. Она начинает появляться именно в момент обострения отношений нынешнего президента Дональда Трампа фактически со всеми американскими СМИ, которые он называет фейковыми. Итак, друзья, мы относим к достоинствам этого фильма в первую очередь актерскую игру. Конечно, когда рядом стоят фамилии Тома Хэнкса и Мэрил Стрип, этот фильм уже фактически обречен на успех. Тем более, когда за режиссерским креслом сидит Стивен Спилберг. Ну и, разумеется, в таком случае ставка на второстепенные персонажи очень маленькая, и их работа фактически нивелируется на фоне таких актерских глыб. Ну, к плюсам отнесем, наверное, еще и режиссерское видео эпохи, потому что очень интересно смотреть за картинкой в этом фильме. Снято все очень филигранно. Но, пожалуй, на этом плюсы закончатся. Теперь о минусах. Минусов тоже хватает. Во-первых, очень странно, что такое пристальное внимание к данной картине у киноакадемиков. Ну, разве что кроме основного посыла и громких фамилий. Кроме того, этот фильм изобилует различными заштампованными диалогами о свободе слова и самопожертвовании, что тоже не добавляет ему эксклюзивности. Он становится проходной работой великих актеров и одного из величайших режиссеров современности. Словом, если плюсы на минусы перемножить, получится почти что громкий ноль. Но посмотреть обязательно стоит. И раз в моих руках веер из денежных знаков, значит, пришло время бокс-офиса. Расскажем о том, сколько зарабатывают самые кассовые и самые обсуждаемые в «Что за кино?» премьеры прямо сейчас. Итак, «Черная пантера» всего за неделю зарабатывает в отечественном прокате 28,1 миллиона гривен, а в мировом невероятных 476 миллионов. 50 оттенков свободы ожидаемо продолжают увеличивать бокс-офис. Уже 46,8 миллиона гривен в отечественном прокате –
и 274,4 в общемировом. «Секретное досье» в лимитированном тираже выходило в США еще в конце декабря и успело собрать 135,2 миллиона долларов. Ну а три билборда на границе Эббинга, штат Миссури, собрали уже рекордных 114,3 миллиона долларов. Что общего между цифрами 3, 7 и 40? Да то, что в ближайшие 40 секунд вы узнаете 7 интересных фактов о фильме «Три билборда на границе Эббинга, штат Миссури» в нашей постоянной рубрике 7.40. Поехали! Фрэнсис Макдорманд сильно сомневалась, браться или нет ей за роль Милдред в этом фильме. В конечном итоге ее муж Джоэл Коэн сказал просто замолчи и сделай это. Съемки фильма проходили в маленьком горном городке Сильва в штате Северная Каролина США. Когда Мартин Макдон написал сценарий к этому фильму, он был уверен, что главную женскую роль должна сыграть именно Фрэнсис Макдорманд. Это первый полнометражный художественный фильм Мартина Макдона, в котором не снимался Колин Фаррелл. Вуди Харрельсон в одном из интервью сказал, что этот фильм — это как будто суперполицейские встретились с семью психопатами. Фильм получил 5 золотых глобусов за лучшую драму, режиссуру, сценарий, женскую роль и мужскую роль второго плана. У фильма 7 номинаций на Оскар и более 70 наград в копилке. Мою дочь Анжелу убили 7 месяцев назад. Такое ощущение, что местной полиции больше по душе кошмарит чернокожих, чем раскрывать реально происходящие преступления. Что это еще за хрень? Реклама, наверное. Реклама чего? Чего-то абстрактного. Ну да. Три билборда имеют достаточно простой сюжет. Неизвестные жестоко надругались и убили девочку-подростка. Ее мать Милдред в исполнении Фрэнсис Макдорманд занимается тем, что берет дело в свои руки и арендует три билборда на окраине своего городка. Ведь полицейские 9 месяцев не могут раскрыть преступление. Она пишет там всего 3 фразы. О том, что ее дочь погибла, о том, что никто не наказан. И вопиет: как так, шериф Уиллоуби? В исполнении Вуди Харрельсона. Это главный полицейский, которого все любят и который привык выбивать признание твердым кулаком. У него есть подчиненный Сэм Роквелл, который увлечен в расистских и прочих нетолерантных выходках, и тем не менее на их сторону выступает и церковь в противостоянии с несчастной и отчаявшейся женщиной. Однако она идет до конца. И вот в этом библейском фактически противостоянии, которое отсылает нас к Звягинцеву и его Левиафану, мы находим собственно универсальный ответ на тот вопрос, который задает Макдона. Есть ли предел человеческой жестокости? Есть ли предел тому хаосу, который поселился даже в таких пасторальных городках, как Эббинг, штат Миссури? И понимаем, что окончательного финала здесь быть не может. Он открытый. И здесь мы можем прийти к тому, что есть определенные минусы у этого фильма, потому что здесь нету и раскрытия преступления, которое заявлено в начале, и нет, разумеется, какой-то излишней жизненности. Некоторая театральность присутствует в отдельных сценах. А так актерские работы с лихвой это компенсируют, что свидетельствует о правильности назначения сразу 2 кандидатов от этого фильма на главную мужскую роль второго плана в исполнении Сэма Роквелла и Вуди Харрельсона. Ну и, разумеется, блестящую работу Фрэнсис Макдорманд. Время наших субъективных оценок, и это значит, что вы можете комментировать вместе с нами в соцсетях. Самые яркие комментарии получают эксклюзивные подарки от «Что за кино?». Ну и, разумеется, сегодня нашим оценкам подвергнется фильм широкого проката «The Post» или «Секретное досье». Итак, режиссура. Стивен Спилберг справился с задачей злободневности, он справился с задачей аллегоричности. Однако местами жанр остросюжетной драмы уступает жанру долгих и непростых политических разборок. Поэтому здесь 4 балла. Операторская работа Януша Камински, как всегда, на высоте. Действительно очень вкусные кадры, которые передают весь процесс создания газеты от замысла до типографской печати. Спецэффекты. Здесь ничего особого ожидать не приходится. Здесь ставим 4 балла, потому что все добротно, однако это не аттракционное кино. Музыку хочется слушать
очень и очень долго, поэтому здесь она получает свою заслуженную пятерку. Актерская игра получает 5 с минусом за то, что когда с экранов сходит Том Хэнкс и Мэрил Стрип, второстепенные персонажи уж больно становятся безликими. Ну и, наконец, сценарий местами проседает, поэтому здесь не больше, чем четверка. Ну, а мы надеемся на новые оценки и новые интересные премьеры уже на следующей неделе. Что за кино? Попадайте в объектив, там интересно.